Антонина Александровна Борисова – заслуженный агроном России, профессор, при этом очаровательная женщина и увлекательный рассказчик. Об институте, в котором она трудится более 40 лет, о научных достижениях своих и коллег она может говорить бесконечно. Главная наша функция – это научно обеспеченная система питомниководства, то есть развить в России такое садоводство, чтобы было лучше зарубежного. И это не пустые слова. К примеру, выращенные в средней полосе яблоки, полученные из посадочного материала, свободного от вирусных инфекций, вполне конкурентоспособные. Наряду с традиционными сортами плодово-ягодных культур Подмосковья институтом выведены и южные, гордость ученых – черешня. Которые имеют пирамидальную крону, то есть не раскидистые, для интенсивных садов. Второе, плоды очень крупные, десертного вкуса, не опадают. Окраску имеют от зеленой, желтый, который можно есть, а потом они делаются ярко-ярко-красные, то есть и средний срок созревания. Для садовода-любителя приобрести саженцы в институте – большая удача. Но зачастую мы покупаем их, где придется. Как же все-таки выбрать хорошую яблоньку или грушу, или еще какое-нибудь любимое растение? Козьма Прутков сказал, зри в корень. У саженца главная корневая система. Поэтому надо проверить, здоровая ли корневая система, жизнеспособная ли корневая система. А многие выбирают по надземной части саженец. Необходимо обратить внимание и на крону. Чем больше ветвей на стволе, тем лучше будет урожай. Как они расположены? Знаете, у некоторых саженцев вот так ветви идут, вот так идут. Это значит, что долго он не вступит в плодоношение. Посадить деревце нужно не глубоко, хорошо зафиксировать с помощью простого кола и по кругу на уровне кроны положить навоз. Пока дерево приживается, черви, жуки, вся природа будет рыхлить вам. Оно будет затаскивать навоз, перерабатывать. И к тому времени, когда заплодоносит ваш саженец, все питательные вещества и прекрасная корневая система сформируется. До этого я была в Тимирязевской академии, и там даже дают памятку о том, как сажать деревья. И очень глубокие надо ямы копать, много туда удобрения. Сейчас вот профессор сказала, что этого не стоит делать, и достаточно поверхностной посадки деревьев. Буду знать. Для садоводов-любителей институт издает много познавательной литературы, в которой ученые в доступной форме рассказывают, как правильно посадить выбранные саженцы и вырастить хороший урожай. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.